Здравствуйте. Это я. И снова я. Девочки. Я рыбку ем, горбушу. Вот. Оп. Оп. Я ездила по делам с утра. Зараза, какая она вкусная. Ляпота. Приучаемся к этикету. Просто бесподобно. Вилки нет, зараза. Не взяла. Вставать неохота. Обалденная рыба. Горбушенция. Я заходила к бабушке. Я ходила по делам, девочки. Я заходила к бабушке потом по пути. Она мне послала баночку хреновины. Забирай, говорит, кабачки, капусту. Я у мамы. Потом. Потому что я, говорю, сейчас в аптеку пойду. После аптеки я в магазин зайду. Пожрать что-нибудь куплю. Потом домой. Чтоб мне с котомками лишними не таскаться. Вот. А, вкусненько как. Сегодня я постряпать, наверное, буду. Пиццу, наверное, маленькие буду делать. Посмотрим. Поглядим, увидим. Я спала сегодня всего 2 часа. 2. А я была в пятом часу и встала в 7. Вот такие дела. Спать хочу. Триндец. Очень взрывнуть охота. Блин, в рот не влазит. Это просто великолепно. Мама дома картошку делала. Говорит, Ирин, будешь картошку с рыбкой? А говорю, нет. Прям говорю, давай. Я говорю, такую же сделала, как папа наш делал. Мой папа. Он любил картошку кольцами на листе. И рыбу туда. Как с водичкой парила. Ну, там чуть-чуть поджаривалась. Такая более пареная картошка. С луком много. И там лаврушка. У меня папа так любил. Вот. А она жирная у мамы получилась очень. Что-то даже про рыбу не спросила, какая рыба. Что-то не спросила. Такая длинная какая-то. Не крупная, а такая длинненькая. И жирная. Я не стала. Мам, жирная. Я так говорю уже. Нагреть стала. Вчера плову, говорю, не вернула.
Приходи, говорю, лучше ко мне на плов. Этот плов будет неделю есть. Целый тазик. Да. Как угодно. Это плов. Великолепный. Просто великолепный плов получился. Ну, у вас все равно вкуснее и лучше. Я не спорю. Там же профессора, профессоры. Я тарелок купила. Сейчас покажу. Мне нравится. Хорошенькие такие. Без всяких наворотов. Простенькие, хорошенькие. Блюдочки. И не большие, не маленькие. Даже под тортик подойдут, как блюдца маленькие пойдут. Чашечки, или как это называют. Вкусненько мне будет. Вкусненько. Вот. Вот. Очень вкусненько. А в аптеку зашла, туда-сюда, от горла купила, витаминов купила, просто желтый комплект, или как они, дрожжета. Давно не брала такие, а все время какие-то, таких пачках, таких, мишки, хренишки. А в дороже надо взять. Других. Ассортимент, чтобы другой разнообразился. Я бы жракалась. Жаль, что не обкакалась. А просто обалденные. Тепленькие такие. Хорошенькие. Не холодные. Ну что? Поговорим или умолчим? Все вроде чистенько. Так, это я купила. Какой-то. Брызгалку убрать надо. Витаминки. Так, это у меня косметика.
Знаете, что купила и увидела? Мне нравится. Хрень всякая. Хрень я всякую набрала. Я с вами согласна. Такое купила. Прям стесняюсь показать. Рыба прилетела за раз. Фантик. Я две салфетки вот таких купила. Две штуки. Две. Тут написано влажные хозяйственные салфетки. А чем они отличаются от простых влажных салфеток? Хозяйственные. Здесь состав другой, что ли? Такой же состав. Просто тут написано унитаз, печка, хренечка, ванна, тумбочка и машина. Чтобы она ногтями чистит. Если состав тут же такой же, как у тех салфеток влажных для обтирки нашего тела, то ими можно еще и жопу потирать. Не разъезд. Состистенция это та же. Костинстенция. У меня чердак сегодня болит, блин. Я не выспалась, я 2 часа спала. Молодец я. Все успела. Туда сходила, документы сдала. Потом сюда приехала. Потом туда съездила. В аптеку сходила. В магазин сходила. К маме зашла. Хреновину взяла. Ладно. О хорошем будем. Тарелки вам покажу. Так и быть. Зацените. Специалисты. Я купила тарелочки. Вот такие. 4 блюдца. Вот. Вот такие. В монетке. Магазин монетка. Вот такие. Видали? Посчитайте. 4 штуки. Нас 4. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая бабушка. Ну, ей побольше тарелку дадим. Я вот такие вот еще брала. Еще взяла 2 штуки. А, 3 я взяла. 3. 3 вот такие взяла. Они маленькие. Нам много не надо. 3. 3 будет у меня. Еще вот такие взяла. Похлебку хлебать. Или салатик можно положить сюда. Видите? Маленькие, удобные, комфортные. Места много не занимают. Вот. Это я купила. Вот. Оценяйте. Оценяйте. А, вот еще тарелка. Ядрем батон. Вот она. Оп. 1, 2, 3, 4. 4. 4 тарелки. Да упаси его, господи, боже мой. Все, на этом концерт пока заканчивается. Распаковка будет в следующем видосе. Все, всем удачи, всем добра.